Всех приветствую, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино Топ. Этот канал посвящен лучшим сериалам. Здесь вы увидите последние новинки сериалов, а также анонсы и обзоры на российские, украинские сериалы и так далее. Дорогой подписчик, а перед просмотром обязательно подпишись на наш канал и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео первым. Ну а сейчас вашему вниманию предстоит увидеть полный обзор на большую мелодраматическую премьеру сериала под названием «5 минут тишины». Сюжет. В Ульяновск пришло тепло, а в отряде 99.06 торжественный день, после зимнего подвига на хлебозаводе все герои получают долгожданное повышение. В воздухе витает любовь, Гиреев с Зоей уже живут вместе, а Грек с Юлей переживают самый романтичный этап отношений. Но вдруг в жизни Юли появляется человек из прошлого, и Грек начинает переживать по этому поводу. Рабочие будни тоже не дают героям расслабиться, с уходом гололеда и холода в ЧП в городе меньше не становится, им предстоит спасти повисшего на проводах раненого кайтера, помочь жениху и невесте, чья любовная лодка перевернулась во время речной прогулки, найти влюбленного парня, заблудившегося в подземном коллекторе, и многое другое. Тем временем городу вновь грозит опасность, но вот кто этот таинственный враг, пока никто не знает. В попытках вычислить его, герои получают все больше подтверждений тому, что на другой стороне выступает один из них. Пятая серия «Зимние ралли». Грек и Юлия выезжают дежурной командой на зимние ралли. В зоне старта Грек замечает неисправный генератор, из которого подтекает топливо. Несмотря на его запрет, продавщица использует генератор, что приводит к мощному взрыву. Тем временем экипаж «Молния», состоящий из переживающих кризис супругов, сходит с трассы, а затем слетает с обрыва. Штурман получает серьезные травмы. Спасателям предстоит найти гонщиков. Гиреев арестован за проникновение в офис Мусорского. Он попадает в СИЗО, где кроме Балашова, сидит давний враг отряда, Рамзес. Бандит намекает, что послал своего человека разобраться с Викой, Мусорский занимает место Зои. Аверина признается Греку, что специально втерлась в доверие к Мусорскому, чтобы его разоблачить. Шестая серия «Хлебозавод». Юлия обменивает компромат с телефона Мусорского на свободу Гиреева и Балашова. На Ульяновском хлебозаводе проводят туристические экскурсии. Гвоздем программы становится старая печь, в которой хлеб выпекают с использованием открытого огня. Но печь ломается, а попытка прекратить подачу топлива оборачивается поломкой рычага. Если произойдет взрыв, он сравняет с землей весь близлежащий район. Но оказавшись на хлебозаводе, герои попадают в смертельную ловушку, подстроенную Мусорским. Их шансы на спасение тают с каждой минутой. Спасибо за просмотр. Дорогие друзья, помогите набрать 50 тысяч подписчиков. Как только мы достигнем эту планку, мы сразу же открываем второй канал на YouTube, канал уже проектируется, где мы будем помогать бездомным и нуждающимся людям в помощи. Каждый из вас может помочь в этом деле, подписаться на канал, тем самым вы поможете нам в добрых делах. Сделаем мир чуточку добрее.